Приветствую вас, друзья! Ранее на своем канале я рассказывал вам о довольно необычном проекте под названием StudentCoin. Если мое предыдущее видео было анонсом распродажи токенов STC и обзором новых идей и планов StudentCoin, то сегодня во второй части обзора я хотел бы рассказать вам о нововведениях, которые были добавлены с тех пор на платформе StudentCoin, а также о грядущих обновлениях для их токена STC. Но для начала кратко напомню, что StudentCoin представляет собой краудфандинговую платформу, где каждый желающий сможет в пару кликов создать себе собственный RC20 или NFT токен, а в последующем использовать его для привлечения финансирования через внутреннюю биржу от StudentCoin. Причем, как полагают создатели проекта, наиболее всего такой функционал будет полезен студентам для сбора денег на свои амбициозные проекты. Ну а теперь переходим к новостям. Начать хотелось бы с того, что проект StudentCoin сейчас находится уже на последней стадии разработки. Часть функций у него уже запущена, а часть будет реализована в течение ближайшего месяца. Например, в середине мая на StudentCoin будет для тестирования запущен первый пользовательский проект под названием SMT – Smart Marketing Token, который помимо инвестиционной привлекательности будет иметь и массу утилитарных функций, таких как оплата маркетинговых услуг по различным направлениям. Далее, в конце мая, у пользователей StudentCoin появится возможность стейкать токены STC. Причем зарабатывать таким образом можно будет не только дополнительные токены STC, но также и получать за такой стейкинг регулярные аирдропы в виде всех других токенов, созданных пользователями на базе платформы StudentCoin. Сама же функция запуска таких пользовательских токенов для всех желающих будет запущена в конце июля этого года, одновременно с собственной биржей STC Exchange. И тогда, по сути, StudentCoin начнет полноценную работу. Ведь после запуска этих платформ каждый сможет буквально в несколько кликов создавать собственные токены на базе StudentCoin и выпускать их в свободный доступ, собирая финансирование для своих проектов от людей со всего мира. В данный же момент в личном кабинете StudentCoin пользователи могут не только отслеживать свои инвестиции во внутреннем кошельке, но также и принимать участие в согласованиях по принятию тех или иных изменений на платформе. Например, в данный момент 3 голосования уже было успешно завершено, и все они касались вопроса листинга токенов STC на криптовалютных биржах. Кстати, касательно листинга, в прошлом видео я рассказывал вам о многоступенчатой распродаже токенов STC, которая тогда была активна, параллельно с листингом STC на нескольких небольших криптобиржах. Однако в данный момент распродажа уже завершена, причем она произошла на 9 дней раньше срока. Но из положительных новостей можно отметить информацию о листинге. В данный момент StudentCoin, помимо известных ранее бирж CoinTiger, Biloxi и Uniswap, был добавлен в листинг криптобиржи BitHump, которая на данный момент является крупнейшей из тех, где торгуется токен STC. Но это еще не все, ведь в ближайшее время у STC произойдет еще несколько важных листингов. 12 мая на CoinsBit, 13 мая на Peer-to-Peer B2B и Bitcoin.com Exchange, 15 мая на Probit. Это только биржи с известными датами листингов. А ведь помимо них STC будет в ближайшее время добавлен еще на такие платформы, как ACDX, HitBTC, Changely, CrowdStore, BigQuant и на двух еще не названных крупных биржах. А это сулит сильный прирост цен токена StudentCoin, на котором смогут больше всего заработать инвесторы, купившие токены на этапе ICO, о котором я рассказывал вам еще более месяца назад. Однако, учитывая, что основная платформа от StudentCoin еще не запущена, можно ожидать, что основной рост цены токена STC будет позже. Поэтому сейчас у вас еще есть шанс совершить выгодную покупку. Но это, разумеется, только мое мнение. Вы же должны перед совершением инвестиций обязательно провести собственные исследования и тщательно взвесить все возможные риски, которые в криптовалютной индустрии всегда имеются довольно высокие. И на этом у меня, друзья, все. Удачи вам, профита. Пока-пока.